Мэр Сыктывкара Владимир Голдин приглашает горожан принять участие в первом в этом году субботнике. Ближайший уже на этой неделе. Второй выход состоится 13 мая. Общегородские мероприятия пройдут в рамках акции «Зеленая весна-2023». А в целом акция длительная. Поучаствовать в генеральной уборке города можно с 21 апреля по 23 мая. Ждем всех в субботу с хорошим настроением на городских локациях, чтобы привести Сыктывкар в порядок перед майскими праздниками, написал мэр в соцсетях.